Всем привет, с вами Гринайт, и мы продолжаем Lies of P. Горящая жопа немножко потушена. Так, ну, наверное, возьмем наше оружие посильнее и пойдем им всекать падлом. Так, срез есть. Блин, ну, даже с имеющимся срезом недалековато достаточно-таки бежать. Да, конечно. Я даже вас трогать не буду, кроме тех, кто мне будет мешаться. На остальных мне вот немножко насрать. Ну, как-то вот так. Ага, какой ты дерзкий. Бить будем? Ну, кстати, ну, меч он побыстрее идет. То есть сам меч просто побыстрее. С одного удара. С одного сильного удара. А, сюда мне не надо. Я в другую сторону. Подожди, нет, мне надо в эту сторону. Ну, для прокачки оружия я прям, да. А, вот, все правильно, сюда. Туда я не пойду. Там сидит, пускай сидит. Так. А, блин. Ну, только те, кто мешается. Угу. Я понял. Айс, я тебя достану сейчас. А, вот так. А, вот так. И вот. Сейчас тебе ля-ля. А, ля-ля, по башке тебе. Отрубил бошку ему. А эта мразь будет меня стрелять, потому что я не сломал. Естественно, вон он уже идет. Ага. Спасибо. Благодарю. Почти попал. Ага. А, нихера ты в меня попал даже. Не выйдет. Ну, не достанешь ты меня под таким углом. Давай. Пойдет. Ну ладно, хоть не стреляет. И то. Ага, каркас. Каркас. Еще больше. Отлично. Тяжеловато. А что мне заменить? Нет. Но можно вот это заменить на вот этот вот. Так, дробящий, да? Колющего больше, дробящий. Все, дробящего оставляем. Да, чё ты уткнулся туда? Ну, я блок поставил как-то. А он не захотел ставить блок. Ладно. Чё там топаешь, скотина? Блин, ну там может что-то на прокачку оружия лежать. Надо бы сходить. Ну там же никого нету уже из таких сильных мобов. Давай, ломай эту дрянь. Ну пошел, пошел, пошел что-то. Ай-я! Больновато. Ну ничего страшного. Просто не хотел, чтобы он в меня стрелял. О, она. Пойдет. Нормально. Так. Скажите мне, стоит оно того или нет? Нет. Да. А вот это того стоит. Это того стоило. Это хороший ресурс, который прям важен для прокачки. Не зря пошел. Если бы там было их два, я бы прям радовался.
А так, ну один. Ну. Хочешь что-то? Хочешь что-то? Он сидит, мразота. Ну и сиди. Ты мне не нужен. Ты мне не интересен. Я просто пойду дальше. Так, а у нас это работает? Лампа. Да, блин, дай сюда. Да, работает. А я что-то и забыл. Поехали. Поехали спокойненько дальше. Ну, счет. Ну, да, наверное, надо этот же. Добавить веса опять. А что я могу? А, я могу заменить регенерацию выносливости. А, сильно ничего не решает. И тогда сделать вот так. Колющий и режущий. Ага. Все. Так нормально тебе, да? Да, 52 целых. Нормус. Что-то можно будет еще добавить. А, там вроде все, да? Или подожди. Блин. Так. Это прямо возле Старгейзера. Хорошо, тогда... Тогда хорошо. Здесь я заберу. Пожалуйста, прокачка оружия. Хороший. На, гениально. Прям. Ну, не страшно, срез есть. Срез есть, поэтому вообще не страшно. Ну, каждый раз падать вообще неохота. А сверху... Нет, сверху нельзя. Только перепрыжкой. Только перепрыжкой. Хорошо, побольше разгона. И это было близко. Оно того вообще не стоило, серьезно. Вот прям вообще оно того не стоило. Ну, Старгейзер, да? Блин, как... Жалко терять уже много эрго, когда даже на уровень не хватает 15 косарей. Ну, это соулс-лайки. Это соулс-лайки. Хе-хе, не. Здравствуйте, месье. Ох ты какой дерзкий. За эту дерзость ты поплатишься жизнью. А интересно, где как-то конец? Я думал, уже скоро конец, а еще не конец. Не, ну, игра приятная. То есть, по сравнению с Секиро и прочим, это... Она прям очень хороша. Я понял. А я, например, пойду сюда. А я, например, не пойду сюда. Кто там хихикает? Ах ты, падла. Да ты мразь. Ну, хпшка сама восстанавливается. Я бы это... Угу. Как его? Побыстрее бы ускорение, на самом деле. Хотел бы. Я думал, я сделаю кувырок и просто прокачусь. Она не дает, она прям вперед. Она прям быстро. Она уже на подходе загорается. И, соответственно, тебя уже вообще никак не пускает. Тук-тук, 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 сердечко. Обидно. Сейчас было обидно немножко. Ну, мне теперь туда не надо. А, нет, мне надо забрать свое. Мне свое забрать надо. Давай, дружище, иди сюда. Даже не думаю об этом. Они такие интересные. Ну, кстати, вот эти выстрелы я почему-то могу блокировать прям хорошо. У меня хватает реакции на это. А некоторые... Ну, затяжные удары, они раздражают. Ты не понимаешь тайминг, когда он хочет. Ну, да, я бы сейчас опять не смог. Баба, а вот хрен тебе. Иди нахрен.
Такс. Ха! Хау! Кто? А. И чё? Ага. Ага. Удачи. Твою! Вот это я сиганул. Я не заметил. Я не виноват. Я не хотел. Нет, даже не думай. Даже не думай об этом. А, ага. Ладно. Да кто там все ржет? Сейчас приду и ржать перестанет. Твою мать, ты чё, дубина? Здорово. А, если вот так сейчас. А, ты... А, попал. Ну, без половины-то. А можно меня не бить? Спасибо. Ага. Ну ты, блин, даешь. Пока. Ну, он не такой сложный. Просто он заставит врасплох. И что это? Ну это лифт. Ладно, это лифт. Ага, это последний, да? Ну... Угу. Я, кстати, этот, как он? Один не открыл. Но это самый последний. Король загадок Рикин. О боже, настоящий неподдельный гость. Приветствую тебя, марионетка Джеппетто. Это наша первая встреча лицом к лицу, верно? Я надеюсь, ты не сильно привык к рифме. Без передатчика это становится непростой задачей. Добро пожаловать в мое святилище загадок. Признаю, не ожидал, что ты правда пройдешь этот путь сам. И какой же на нем ты посеял хаос? Много было пролито крови, кроме той. Что на тебе? Я знаю все об этих трусливых алхимиках. Спрятались на своем острове, и с каждым днем становится все чудовищнее, отказываясь признавать оба этих факта, что они прячутся, или что они монстры. А ты? Ты настоящий? Или до сих пор занимаешься искусством лжи, как никто другой? Ты обязан ответить на вопрос простой. Я повторюсь, ты обязан ответить. И этот ответ покажет, чем или кем ты являешься, или кем ты решишь быть. Угу. На, он так медленно. Внимательно слушай, то речь короля. Иначе ответ улизнет от тебя. Ты марионетка? Или человек? Кто ты? Я отвечу, наверное, правду здесь. Какое разочарование, пройдя такой путь и пережив столько испытаний, сделав так много. Ты убивал, калечил, спасал и любил. Почему во имя благословенного Эрго ты снова сковываешь себя кандалами? Блин, ну... Прошу. Ты знаешь, это не хуже меня, как и все мы. Мы люди. Возможно, мы и живем посредством эрго в телах из дерева и металла. Но мы люди, мы живем, думаем, любим, ненавидим. Мы одиноки, как и все люди.
think we love, we hate, we are alone, like all human beings. Они заперли нас в тюрьме под названием «Марионет». Я осознал эту истину давным-давно, поэтому несу свое возмездие им всем с тех пор. Кровь и возмездие. Возмездие и кровь. Только это поистине движет мною. А еще это было так весело. Но ты, марионетка Джеппетто, ты, именно ты, марионетка, что приняла свою жизнь и сражалась за то, чтобы жить дальше. Так, я думал, но если ты меня не понимаешь, то кто поймет? Наш театр теней закрывается, марионетка. Возьми на память. А потом можешь броситься в костер или же сразу спуститься в ад. Но также немного веселее. Нужно смеяться и дальше, верно? Трубу вот эту взять на... А, это не труба. Угу. Накидка алхимика. Кварц. А, хорош. Пьеса окончена. Тебе не нужно идти домой, не прямиком в ад. Хоть это и мой выбор, но здесь оставаться все равно нельзя, если жить не надоело. Ах, так твое зрение острее, чем твой ум. Ты нашел подарок, что я оставил. Впечатляющее зрелище, мне рассказал алхимик, когда я служил ему. Благодаря ему и его удивительной низкому болевому порогу я узнал, где находится их тайный остров. Человечество запятнало собственное святилище задолго до того, как я нашел его. Богохульство против себя самого, против нас, заигравшихся в Бога. Но я художник. Убийца — слово, которое люди используют, чтобы сдерживать нас, чтобы мы отреклись от своей силы и мощи. Я художник. Кровь моя краска. И стоит признать, осквернять это самое святилище было, ну, весело. Даже сейчас от одного лишь воспоминания я содрогаюсь от радости. Вот бы я мог заново пережить этот триумф. Давай еще. Винини? Прекрасный глупец, но все же глупец. Когда я встретил его, он был лишь мальчиком. Хоть бы раз поблагодарил меня за то, что я сделал его сиротой голыми руками. Подал ему все на блюдечке, избавив от балласта, что тянул его вниз. Очевидно, мне нисколько не жаль. Это было восхитительное убийство. Среди многих других, что я совершил с тех пор, чита Винини, мой личный фаворит, он спроектировал самых первых автоматических марионеток. Порабощенные марионетки даже не понимали, что с ними сотворили. Я отправился туда не за тем, чтобы отомстить за деяния его родителей. Главным образом я хотел убить их, потому что они были неприлично счастливы. Ах, какие воспоминания. В свои последние мгновения они умоляли меня не убивать их дитя.
И я не убил. Я не машина. У меня есть свобода воли. В пылу момента я принял решение. Мной руководило самое человечное из эмоций. Любопытство. Выживет тот ребенок, он бы получил травму на всю жизнь. Стал трусом, мстительным фанатиком, ненавидящим марионеток, отчаянным негодяем. Сбросился бы в море. Запомнил бы, что демон, из-за которого он осиротел на глазах, был марионеткой. Запомнил бы он Арлекино. Неудивительно. Алхимики и люди из мастерской оказались безыскусны, как и ожидалось. В сокрытии истины. Благодаря им мне удалось лицезреть, как Виньин переживает вдвое больше боли. Ах, не могу сдержаться. Можно я его добью? Он меня просто раздражает. Это так приятно. Виньи — одно из величайших моих достижений. Возможно, даже мой шедевр. Полагаю, это можно вернуть. Я хранил свой небольшой сувенир довольно долго. Скажи ему, пускай так он запомнит меня. Разве тебе любопытно? Не хочешь знать? Ах, ну конечно хочется. Восхитительно. Время — это все, что у меня осталось. Но твое время ограничено, мальчик Джепетто. Я с радостью потрачу каждое твое мгновение, если хочешь. Это твоя жизнь. Так что давай. Сейчас или никогда. Эта башня поглощает всю Эргов-Крати. Его построили в определенном месте. Здесь можно эффективнее всего изучать и использовать волны Эрго. Но дело даже не во мне и не в тебе, а в богине из башни. Вот ее стоит спасать. А, Софию? Серьезно? Ее силы невероятны, ее знания бесконечны. Она куда более пробуждена, чем любой из нас. И понимаешь, у нее такая сила. Если взять немного, разницы не будет. Поэтому я просто брал взаймы. Зачем? Ну, мне было скучно. Разве можно придумать более человечную мотивацию? Что, если бы я сделал марионетку из человека так же, как марионетки стали людьми? Куда уж веселее. Или логичнее? Не, ну раз напасть, я могу его прибить, да? Ага. Ну... Я бы в любом случае его убил, потому что ты, падла, меня не дал мне одну загадку разгадать. Типа, я ответил, ну, неправильно, потому что ты меня запутывал до этого, мразь. Так что... А интересно, если бы я тогда ответил другу... Ну, скорее всего, он бы, может, меня просто кислотой не отравил, да? Так, ага. А как мне туда попасть? А, спрыгнуть, наверное, откуда-то. А, мне надо вернуться в крат по-любому.
То есть, ну это ближайший Старгейзер, опять же. Так. Ну, допустим. А как туда попасть? Стопэ. Стопырь. Стопырь. Попадаем. Каким образом мы туда попадаем? Ах ты, сука. Ах ты. А по в смысле? А может я слишком тяжелый? Да ну не, бред, это ну, слишком тупо было бы. Ну туда попасть можно. Только как? А только как? Нет, не от этого Старгейзера я побегу. Я побегу от другого Старгейзера, следующего. Точнее, ну, телепортируюсь. Блин, ну вот это вот беготня. Почему палка-то сломалась? Мне как туда попадать? Ну давай не будем выпендриваться и быстренько сдохнешь. Молодец. О. То есть можно чисто фармить, и ты нафармишь. Интересно. Опа. Живой, ладно. Не ту кнопку тыкнул. А давай не будем. Обосрали всего прям. А как? Ну там палка ломается, прохода нет. Откуда-то выйти и там, по-моему, нельзя. Ну, пойдет. Пойдет. Так. Ага. Допускаю. Так, мне просто спуститься, да? До свидос, покеда. Ну... Так, тут слишком высоковато. Очень близко. Прям перед носиком. Хорошо, просто иду вниз. Ага. Ну я ж тебя достану. Ага. А перепрыгнуть? Перепрыгнуть он не перепрыгнет. Я могу прыгнуть вот на эту палку, но прыгнуть вот туда. О. Она сломалась. Ой, здрасте, дядя. А может не надо? Да ты чё, дебил? Ну ты конченый. Я уверну, ну я нажал у ворот, ну ты иди нахер. Ну хоть подлечился тот. Козёл, а. Да блять, ну я чё сейчас буду за тобой из-за тебя бегать туда-сюда или чё? Ты чё, тварь-то? А, может лифт туда поднимается? Может лифт туда поднимается? Чё, я с этим Арликином говорил миллион лет, блять, и теперь из-за того, что я не понимаю, куда мне надо, чтобы собрать ящик, там по-любому лежит оружие. Либо что-то интересное. Одно из двух. Ну, блин. Как? Да он такой... Да он просто туда-сюда кидается. Прыгает во все стороны. На раз-два только. Ненавижу. Ну, он боксер, типа, боец. И давай меня. Ну, больше борец, наверное, чем боксер. То, что такие... Даже этот, как его? А, рестлер. Так, погнали. Спокойно идем вниз. До свидания.
Так, сюда нет. Вот сюда. Давай. Пока. Так. А, ну, я прям вообще никак. Но здесь я 100% не перепрыгну. А здесь зачем я? А, окей. А. Блять, я думал, это что-то нормальное. А это херовое. Это ненормально. Я вообще-то хотел прыгнуть. Нажал просто не ту кнопку. А-а-а! Ну почти. Так, а здесь ты перепрыгнешь? Конечно, нет. Ну да ладно, давай поднимемся. Если вверх, то вверх. Ага. Да. Да. Я бы знал, я бы сразу так сделал. Дай сюда. Ну, ладно, это не зря. Так, а ты там стой. А я еще вот это сделаю. Так. Погнали. Блять, идеальный блок не получилось. Да иди ты, ну, в очко. Ну, ты что делаешь-то? Ага. Ну чё, как тебе? А еще разочек. Чё, мразь? Не получилось, да? Не вышло, как ты хотел. А, ну да-да-да. Наивные. Так, кстати, интересно. Хорошо, давайте сначала туда. Куда она нас ведет? Просто посмотрим. Или это просто два одинаковых лифта, только с разных сторон. Сейчас хоп и умер. Но это самый верх. Где еще один тут ходит, да. Угу, еще бабочка. Хорошо, понял. Допустим. Бывает. Не страшно. Лечимся. Давай, бьем. До свидос. Бабочка посередине где-то, да? Никто меня нет. Ну, допустим. Не страшно. Пригодится. Ну и чё, например? Молодец. А, вот срез можно еще активировать, да? Какой-то. Куда-то. Ага, понял где. Понял где, пошли. Смысла не... А, ну от старгейзера прям. Пришел, поднялся. Ага, здесь поднялся. Нет. Пока нет. А у нас еще один лифт непонятный куда. Надо его исследовать. Надо его просто исследовать. Очень страшно, да, очень. Так, а я же могу? А, я на балку могу упасть и потом еще ниже спрыгнуть. Так.
Ну, допустим, ладно. Не очень страшно. С первого раза я бы, ну, типа, не попал, да, а сейчас бы такой, если бы не вспомнил в последнюю секунду, я бы... Ого. Вниз. А зачем? Ну, очень вниз. Очень... Очень вниз прям. Ты кто? Я не вернусь. Меня уже тошнит от эрго. Это жестоко. Есть же нормальная еда и нормальные песни. Я не просто инструмент для чтения воспоминаний. Что? Ты не инспектор? Если ты пришел снаружи, значит, мы можем уйти? Спасибо, я знаю, где выход. Так что обо мне не волнуйся. Может быть, еще увидимся снаружи. А, убери! Эрго — это время и память в кристалле. Но, боже, как я ненавижу поглощать эрго, чтобы его прочесть. Почему все так устроено? Ужасно. Я могу читать воспоминания, но и мечтать не могу о вкусе, запахе или песнях. Я не могу больше это терпеть, поэтому сбегаю. Вернусь и сразу отправлюсь на улицу Розы Изабеллы. А, выберусь. Ага. Ну, окей, я... Ну... Он добренький вроде. Ага, да. Да, все верно. Пошли. Блин, ну до Старгейзера далековато. Ну, пойдемте посмотрим. Да, в любом случае, надо сначала разведать, с первого раза убить босса. Можно. При должных навыках, скажем так. Ну хорошо. Костюм? А, точно, нам же костюм дали. Накидка алхимиков. Шита из роскошной ткани. Подходит тем, кто гордится быть одним из мастеров Крата. Алхимики считали себя настоящими владыками Крата. Иногда можно было услышать, что они носят на своих плечах все богатство Крата. Настолько изысканными и роскошными были их одеяния. Ух ты. Ну, черно-зеленый, прям красота. Прям ништяк. Ну, как к свету. Ну... А почему бы нет? Ну, как я и говорил. Так, смысла наверх нету, да? Или наоборот, стоп. Или смысла наверх? Ну да, наверное, вот здесь все же. Проще будет так. Ну, в принципе, последние варианты с Арлекино, про вот этот ключ, которым я открыл, и про типа марионетка или человек, просто бы я был бы как он, мыслил бы как он, соответственно. Я просто ответил марионетка, чтобы сказать правду. Хотя мы, в принципе, должны были врать, но да ладно. Или если бы я сказал человек, это было бы правдой. Кто знает, кто знает. Так, я могу спрыгнуть туда, с коней до Старгейзера. Нет, не пойду. Не пойду. Сейчас мы узнаем, что нас ждет здесь. Далеко, ну здесь бы Старгейзер поставили. Чё, жалко что ли? Угу. Угу. Надо же, это ты. А, это котяра. Ого, ты просто нечто. Серьезно, впечатляет. Как тебе удалось проследовать за мной до сюда? Знаешь, я дерусь, только если выбора нет. Но я не допущу тебя к своей сестре, друг. Сначала тебе придется разобраться со мной. Я и правда думал, что мы друзья. Ты меня во всем обманывал? Вообще мне плевать. Нам дали это задание только по одной причине.
Я тебя отпущу, если отдашь мне плоды денежного дерева. А, в смысле, а что, вариантов нету, что ли? Иногда дружбу можно купить. А лучше ли это способ подружиться? Кто знает. Главное, что работает. Ух, сплошной трёп, я уже тоже устал. Никуда не денешься. Продолжим с тобой разговаривать по-гвардейски. Такие дискуссии заканчиваются только смертью одного из собеседников. Так что поболтаем, грёбаная говорящая тряпичная кукла. Ну давай. Не приближайся к моей сестре, понял? Ну, допустим, ударил ты меня, и чё? О, сильно ты меня ударил. Хорошо. Ну... Нормально тебе? Как? А если вот так? Тихо, выносливость. Да, блин, долго. Нихера, ты далеко бьешь, понял. Понял, два удара. Ага, один. Маза, ее зрение все хуже. Лечение бы не помешало. А в смысле хуже? Ты херачишь меня, как этот. Падла. Вот падла, а. Ну, замочим его. Ну, я, ну, понимал, что с кем-то буду драться. Кстати, блин, наряд прикольный, типа, да, красивый, но не сильно мне нравится. Вот, типа, тот синенький, ему прям подходит, как будто так и должно было быть. Не этот, вот этот. Да, вот тут прям красивенький такой. Фраг, или как оно правильно все это называется. Так, лады. Так, котяра. Ну, не, со второго раза я его убью, думаю. Но он не сложный. Я просто понимал, что я проиграю. Он, плюс еще копейщик. Он далеко бьет. Кстати, копейщик. Колющий. Да. Сейчас будет все легко. А я не пойду туда. А, я туда не пойду. Так что иди нафиг. Здорово. Так, а чё? А, кстати, регенерацию выносливости можно бацнуть. А, тяжеловато будет. Хорошо, тогда ладно. Не приближайся к моей сестре, понял? А ты меня понял? Ты меня напонял, не бери, понял? Ага. Я твое оружие сломаю. Ах ты, падла, ударил, успел. Хорошо, допустим. Ты козлина. Да он отступает вечно. Угу. Ой, хорошо. Поджарили. Котейку. Жареный котейка. Шаурма. Еще удар. Ты падла, а? Ну ты скотина. Агась. Прости, котей. Прости, котеич. Не уйдешь. Не-не-не, дружище.
что? Бред сумасшедшего. Я все равно не хотел быть обузой для сестры. А чё дали? Дали чё? Маска черного кота. Прежде чем юноша, потерявший зрение, закрыл глаза в последний раз, он вспомнил, что солгал о том, что он ее потерянный младший брат. И понял, как же сильно он хотел, чтобы это было правдой. А где-то у меня еще одежка кота была, да? О-о! Прикольно. Одежка кота есть. Это просто снять. Это просто снять. А Старгейзер мне не дали, да? А, вон, что ты тут? Все одинаково, попробую увидеть, куда пойти. Нихера не видно же. Ну, тем не менее, я не хотел, типа, убивать, да? Я вынужден был. А, тихо, стой. Ща, погодьте, я что-то не понял. Что у нас здесь спрятали такое? О, ну господи, прям так важно было. Прям было очень важно. Ладно. Дай сюда, где? А, вот если туда спрыгнуть, ну можно было что-то туда положить. Интересное оружие, одежду, какую-то записку, что-то... Ну, не неотложную помощь Дженними. А быстрее можно. Поехали. Я бы сразу, если бы понял, я бы прыгнул туда. До того, как поднял. Ага. Секретиков никаких, да? Ну чё ж, Пиноккио. Вот Старгейзер. А, время. Окей, время вернуться в этот. Господи, в отель. Время вернуться в отель. Так, во-первых, новый уровень. А, собратить еще. Выдержка, да. Добавим. Телепортироваться. Да. Давайте сначала сюда. Хорошо. Сначала сюда. Мне кажется, он что-то даст нам. Скорее всего, пластинку может тоже. Привет, братан. Приятно, будто солнце обнимает. Прекрасное чувство, словно начало весны. Спасибо. Угу. То есть он еще не все, да? Телепортироваться. А, еще что-то я ему могу. Думаю, я узнал что-то о людях. Если однажды у меня появятся друзья среди людей, я тебе скажу. Возможно, ты не останешься со мной останешься моим единственным другом, но ты всегда будешь моим первым другом. Кварц! Красавчик. А, все, да? Кварц, это хорошо. Все, да? Пока что. Хорошо. Ну, квест закончен, получается. Ну, если на то... Ну, если это называется квест. Так, сначала кварц. Сначала кварц, сначала прокачка. Скорее всего, у нас два их. Я могу что-то, да, вкачать на 2 из 2. Как бы, какая разница? Все равно все вкачается. Как минимум на втором прохождении. Второе прохождение будет намного легче. Так, у нас сколько? 2, да, я же говорю 2. То есть, либо вот это, заряды легенды дополнительные. Регенерация, уклонение... Здесь 3 надо, да, да? Да. Давайте вот это вкачаем.
Урон преклонения, уменьшение регенерации. Ну да, раз вот это, давайте вот это. И что-то еще. А что у нас здесь? Угу. Отлично. Это нельзя, да? Так, а если я вот это... А, нельзя поменять. А, блин, больше импульсных ампул мог сделать. Зараза. Автоматический заряд легионов. Да, почему бы нет. Это будет тоже прекрасно. Тоже будет прекрасно. Сейчас это нельзя сделать. Золотая, смотри-ка. Тут... Да в смысле, я вру, типа, да, вру, когда даже не говорю. Типа, выбираю не тот вариант ответа. Вы чё? Я думаю, что я говорю правду, а я вру. Ты той. Игрушка? Ну как? Игрушка, которую для меня сделали родители. Ты встречался с ним? Арлекино. Помним. Мы только посмотрели один из моих любимых фильмов. Я умолял их. Хотел стать воином оттуда. Если бы я... Мои родители были бы живы. Нас бы не тронула эта кровожадная марионетка. Я всегда винил себя. На плечи ребенка свалился невыносимый груз вины. Поэтому я положил на него... На основной протокол... А, положился на него, на основной протокол. Я хотел использовать его, чтобы защитить людей. Знаешь, я во многом завидую тебе. Твоей силе. Спасибо за это. Вот все, что... Все и подошло к концу. Я всегда рад друзьям. Чем могу быть полезен? История принца. Так, а что-то это, да? Могу, не могу. Ну, нет, да, нет. А, за дерево. Ага. Так, здесь ничего, да? Ну, кроме вот этого. Но это пока мне не надо. Хорошо. Пошли прокачаем оружие, если это возможно. Все равно уже заканчиваем. Да, вот так вот. Сильнейшее особое оружие. Да, плюс 5, да? Максимального уровня. Хорошо, можно тогда будет вот это вот вкачать. Ага. Насколько прям разница? Ну, прилично, да. Но оно, да, оно сильное. А это просто меч. Он быстрый. Только из-за того, что он быстрый. Все, больше ничего. Больше ничего. Так. Ну, я пошел до дерева. И, ну, на сегодня заканчиваем. С вами был Гри Найт. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Ссылка на плейлисты и на паблик в описании под видео. Всем пока.